Чтобы помнили, в Славянский район прибыла эстафета памяти. Цель данной акции – отдать дань уважения великому подвигу советских солдат, почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Эстафета памяти – это патриотическая акция, объединяющая школьников, которые входят в состав отрядов «Пост номер один». Эти ребята несут почетный караул у памятников и мемориалов, занимаются военно-патриотической работой. Именно им предоставлено почетное право принимать от одного района к другому лампады с горящей свечой, символизирующей увековечение подвига наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины. На торжественном митинге эстафету памяти получил почетный караул «Пост номер один» Славянского района. Лампаду с зажженной свечой школьникам вручили участники движения «Пост номер один» Красноармейского района. Акция «Свеча памяти» – это беспрецедентная акция, которую мы с радостью и почетом встречаем в Славянском районе. От имени главы Славянского района Романа Ивановича Синеговского, который поддерживает наши акции, поддерживает наши начинания, я передаю вам поздравления с тем, что мы сегодня удостоены чести принимать святой огонь в нашем городе. Вечный огонь – это символ памяти о павших героях, подвигах, жертвах фашизма. Следующими эстафету памяти примут школьники города Темрюка. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».